Давно-давно на далекой планете жили инопланетяне. На той планете дети-инопланетяне играли только в одну игру, в мячик. Когда дети играли, родители усердно работали. И вот однажды появился новый житель. Интересно, какой он был? Были как все! Были как все! Этот ребенок нашел песочек свою лопатку. Этот ребенок прыгал, бегал, взял с ним поиграть. Давайте побегаем, давайте попрыгаем, давайте покопаем. Что же сделали дети? Дети отказались и позвали родителей. Тоже дети, но у нас ребенок какой-то другой. Да-да, он тоже играет по-другому. Что же нам делать? Малыш стал как все, теперь тихо играл в мяч. Что это такое? Все вспомнил. Давайте побегаем, давайте попрыгаем, давайте покопаем. Что же делать? Он другой. Да-да, он другой. Он другой. Он родился на нашей планете.